Самый популярный запрос по ноутбукам на YouTube — это «доступный игровой ноутбук». Все хотят недорогой, но производительный ноут. И знаете, какая модель встречается при таком запросе чаще всего? Вот этот красавец! Знакомьтесь, это самый популярный и самый народный игровой ноутбук Lenovo Legion 5. У него неплохой экран, хорошая производительность и система охлаждения, и главное — цена. Самая простая версия будет стоить от $800, можно найти даже дешевле. Но вот тут надо знать пару нюансов. Если вы хотите себе ноутбук, на котором можно играть во все современные игры, и чтобы был хоть какой-то запас, то важно помнить, что 4 гигабайт видеопамяти уже маловато для современных игр. Поэтому версии на RTX 3050 и 3050 Ti отбрасываем сразу. Во-вторых, чаще всего этот ноутбук встречается на процессорах AMD. Самые распространенные версии — это Ryzen 5 5600H и Ryzen 7 5800H. Я бы рекомендовал вам брать версию на Ryzen 7 5800H. У нее отличный запас по производительности, но тут надо исходить из вашего бюджета. Ну и главное — это видеокарта. У Legion 5 есть куча разных версий, но самые народные и сбалансированные — это версии на Radeon RX 6600M и RTX 3060. Версия на Radeon встречается реже, но стоит дешевле, поэтому мы и решили их сравнить и выяснить, насколько хороша карточка AMD в играх и рабочих программах, и может ли она заменить RTX 3060. Вот как выглядит конфигурация самого народного игрового ноутбука. У меня есть два абсолютно одинаковых Легиона на базе AMD Ryzen 7 5800H с 16 гигабайтами памяти и SSD на 512 гигабайт. Они абсолютно одинаковые, разница только в карточках. В одном Легионе стоит RTX 3060 с 6 гигабайтами памяти и TDP 130 Вт, а во втором Radeon RX 6600M с 8 гигабайтами памяти и TDP 100 Вт. У версии с карточкой NVIDIA есть свои преимущества. Это DLSS и лучше работать с лучами. А в пользу Radeon RX 6600M говорит цена. Ноутбуки на этой карточке стоят дешевле и у них больше видеопамяти. Что ж, давайте сравним их в играх. У карт NVIDIA есть поддержка технологии DLSS, и некоторые игры позволяют получить существенный прирост с ее активацией. Например, в Cyberpunk 2077 ноутбук на RTX 3060 выдает всего 30 FPS с рейтрейсинг. Но если активировать DLSS, то количество кадров возрастает до 50 FPS, что уже вполне играбельно. Если отключить DLSS и рейтрейсинг, то получаем 70 кадров на RTX 3060 и 65 кадров на Radeon 6600M. У AMD тоже есть своя технология, называется она FSR. Ее работу можно увидеть на примере Far Cry 6. С отключенным FSR и рейтрейсинг в этой игре мы получаем почти одинаковый результат на обеих картах — 83 и 84 FPS. Но включив FSR на качество, мы получаем 93 FPS на Radeon 6600M и 86 FPS на RTX 3060. Тут надо отметить, что в отличие от DLSS, технология FSR работает на всех картах. Но, как видите, ее эффективность выше именно на карточках Radeon. Если говорить про трассировку лучей, тут тоже карточки NVIDIA будут интереснее. На примере F1 можно увидеть, что средняя FPS с рейтрейсинг на RTX 3060 выше. Как видите, количество кадров зависит конкретно от самих игр. Теоретически видеокарты от NVIDIA интереснее. Но на практике в большинстве игр производительность у 6600M как минимум не хуже, а местами даже лучше. Тут все, конечно, зависит от самой игры и технологий, которые она использует. Но Radeon 6600M показывает себя очень хорошо. К тому же у этой карточки больше видеопамяти, и в будущем с выходом более требовательных игр это может пригодиться. Могу сказать, что с этим железом, с процессором Ryzen 7 5800H и 16 гигабайтами памяти вы одинаково комфортно будете ощущать себя в играх и с той, и с другой карточкой. Кстати, в обеих версиях ноутбука на обеих видеокартах есть Max Switch, то есть возможность полностью отключить интегрированную карточку и перейти на работу только от дискретной.
Это увеличивает производительность, но снижает автономность. Все тесты мы проводили как раз с отключенной интегрированной картой. А при ее активации средний FPS в играх будет немного ниже. Бенчмарки. Начнем с 3DMark Port Royal. Тут вполне предсказуемо RTX 3060 в Ray Tracing показывает себя лучше. В Time Spy примерно похожий результат. А вот Fire Strike уже заметно лучше Radeon RX 6600M. Corona 1.3 результат сопоставимый. Superposition тоже, ну то есть если убрать задачи с трассировкой лучей, то производительность карт сопоставимая. Понятно, что в тесте на процессор то же самое. В Cinebench и Geekbench 5 результаты очень похожи. Тут все логично, процессор одинаковый. Рендер в Corona 1.3 тоже практически идентичный, как и рендер в редакторе Blender. Ну очень близки эти карты по разным задачам. Ну и еще пара наших фирменных тестов на рендер. В DaVinci Resolve 4K проект длиной в 10 минут рендерится на RTX 3060 за 4 минуты и 50 секунд. А если включить шумоподавление, то за 20 минут ровно. Radeon RX 6600M такой же тест проходит за 6 минут и 26 секунд и 38 минут шумоподавления. В After Effects рендер с кучей эффектов, glow, blur и так далее занимает на Radeon RX 6600M 22 минуты и 40 секунд. А на RTX 3060 17 минут и 20 секунд. При этом на самой таймлинии оба ноутбука ведут себя одинаково. При тяжелой загрузке эффектами и цветокоррекции система начинает подтупливать. А с отключением самых ресурсоемких эффектов даже 4К таймлиния и там крутится нормально и без пропуска кадров. В принципе, для работы с видео и графикой эти машины подходят без проблем. Интересно, что под нагрузкой, особенно в стресс-тестах, 6600M на пару градусов холоднее, чем 3060. Тут, кстати, надо обязательно учитывать один нюанс, что все тесты мы проводили на ноутбуке Lenovo Legion 5 с разрешением 1080p. В играх при разрешении, например, 1440p, показатели могут быть другими, так что тут надо смотреть или читать дополнительные обзоры, если вы привыкли работать и играть на мониторе. В итоге могу сказать, что за исключением нескольких игр и программ, две эти карты очень близки по производительности. Где-то лучше Nvidia, где-то AMD, но в большинстве задач производительность будет похожей. Даже в автономности у меня получилось в среднем 4 часа при активной загрузке с браузером и яркостью почти на максимум. И до 8 часов проигрывали видео на YouTube. Так что тут надо уже исходить из задач и игр, которые вам важны. На самом деле, вы посмотрите, какой прогресс сделала компания AMD за последнее время. Теперь у зеленых есть конкурент, что, несомненно, скажется на прогрессе обеих компаний. Пара слов про сам ноутбук. Вообще, его обзоров на YouTube очень много. Это действительно неплохая машина. Конкретно в этой версии 15-дюймовый IPS-экран с разверткой 165 Гц. Яркость у него не самая лучшая, примерно 360 нит, соотношение сторон 16 к 9. Экран неплохой, цветовой охват sRGB почти 100%, и это прям хороший показатель. В принципе, даже для работы с видео или фото он прекрасно подойдет. По портам тут полный набор, не считая полноценного картридера, есть все. Слева USB-C 3.2 Gen 2 и выход на наушники и микрофон. Справа USB-A 3.2 Gen 1 и физический переключатель веб-камеры. Ее можно полностью отключить. Сзади сетевой порт, еще один USB-C 3.2 Gen 2 с поддержкой DisplayPort и Power Delivery. Два USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 и еще три USB-A 3.2 Gen 1. И разъем питания, он тут нестандартный, проприетарный от Lenovo. У ноутбука неплохая и полноценная клавиатура с RGB-подсветкой. Есть пара динамиков, не самых громких, но вполне себе неплохих. А корпус сделан целиком из пластика. В целом, выглядит он симпатично, никаких рюшечек, вполне серьезный вид. Единственное, что мне тут не особо понравилось, это тачпад. Он маленький, сдвинут от центра и не особо удобный. Но для игр вы явно будете использовать нормальную мышку, так что это не особо большая проблема. Какой у меня вывод? Lenovo Legion 5 на Ryzen 7 5800H — это действительно хороший игровой ноутбук.
Да, он стоит чуть дороже версии на 5600H и Core i5, но у него отличный запас по производительности, действительно хорошая система охлаждения и есть возможность апгрейда. Я, кстати, не упоминал конкретные цены, потому что даже у этого ноутбука есть много версий, да и сами цены регулярно меняются, так что забегайте по ссылке в описании и чекайте цену сами. В итоге, на какой карточке брать Lenovo Legion 5? Ну, тут уже решать вам, как я сказал в начале, на Radeon RX 6600M ноутбук можно найти дешевле, у него больше видеопамяти, и он дает вам фактически такую же производительность. Так что тут выбор за вами. Ну а это The Rocker. Всем мир!